такой, скажи, мы пришли на доктора Айболит. Да? Будем сейчас смотреть. Представление красивое, да? Хочешь смотреть? Да? Юный театрал. Будет так здорово. Потом мне расскажешь свои впечатления, ладно? Ты сказку такую слушал про доктора Айболита? Нет, я тебе сегодня почитаю, ладно? Хорошо? Ну, пойдем. Завтра? А вот это чем бы не отдали? Нравится, Ром? Сейчас будет спектакль смотреть, да? Ой, из Африки! Тише, не мешайте! А
Пожалуйста, читайте. Читайте. Приезжайте, доктор, во Фрипускарей. И спасите, доктор, всех больных зверей. Дядя Петя! Пойдем пешком. Почему пешком? Помочь больным зверям наш долг. Вперед, друзья мои. Вперед! Крокодил, я вставай! Пешком, да пешком! Пожарная или какая машина? Забитая. Какая? Такая полосная. Ну пошли играть. Ой, Рома, тебе сегодня и доктора болит, и машину, да? Смотри, как она. Как она? Ух ты, покажи, покажи мне, что она делает. Ух ты. Пойдем. Пойдем. Спасибо, спасибо.
дорогой удар, скорее развяжите меня. Меня привязали, пока я спал. Да я бы с удовольствием, доктор, но понимаете, в чем дело? Когда я пытаюсь перекусить эту веревку, я испытываю острую боль. Вы не знаете, что это такое, доктор? Эта болезнь называется кусуха. Как? Кусуха. Кусуха. Доктор, постепенно лечится. Ну, конечно, лечится, как только перестанешь сам себя кусать. Дело в том, что меня привязали к тобой. Мой? Действительно мной. Сейчас, доктор. Ой, надо торопиться, может большое несчастье случится. Доктор, садитесь на меня, я вас доставлю очень быстро. Спасибо, дорогой метаф. Поехали. Чуть-чуть. Другую сторону. Вот так. Значит так, приступаем к операции по уничтожению обезьян. Что? Простите, я оговорился. Конечно же, по уничтожению болезней у обезьян. Не верьте ему, это Бармалей. Бармалей! Да вы что, какой же я Бармалей? Я этот, как его? Айболей! Большой талант, я вижу, как вас, как всегда, и зоры глаз и сердца.
соцветий. Пусть